что? Сломался. Отлично. Черт, коллекторы. Преступник попал в квартиру, взобравшись по газовой трубе. Причина смерти и орудие? Ну, в крови жертвы обнаружена высокая концентрация яда. Яда моллюсков. Яд моллюсков? Да. В нем присутствует паралитический токсин. Похоже, содержится в фугу. И кто подозреваемый? Человек, найденный на месте, мертв уже 3 месяца. Как 3-месячный труп может убить? Инспектор. Похоже, это дело будет странным. Снова. Армия мертвых в Пусане. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас в гостях автор книги «Колдовство и ненависть» и директор независимого новостного канала «Городской детектив». И все же, директор новостного канала или писательница? Кто вы больше? Прежде всего, я, конечно, журналист по своей профессии. Отлично. Журналист Лим Джин Хи. Вас раскритиковали за суеверие и предрассудки, и вы решили рассказать свою правду посредством этой весьма неоднозначной книги. Итак, она посвящена древней темной магии и проклятиям, верно? Да. Дело в том, что древние виды колдовства не еще... Одну минуту. Наши слушатели уже завалили нас комментариями. Ну-ка. Вот, нашел. Вы действительно вступали в контакт с колдуном, который внезапно пропал? Да.
исчез. Значит, у вас даже нет свидетеля, который мог бы подтвердить ваши слова. А какая жалость. Что ж, надеюсь, колдун сейчас слушает нашу передачу. Так, давайте перейдем к звонкам от наших слушателей. О, уже? Да, алло. Алло? Алло. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Не нужно. Госпожа Лим, прошлой ночью мертвец убил человека. Спросите в полиции и убедитесь, что я не вру. Простите, но как... Молчать. Я разговариваю с Лим Джин Хи. Вы извините, но ведущий здесь я. Обрывайте. Это полнейший бред. Постойте. Что... Да. Слушаю вас. Я и есть убийца. Возьмите у меня интервью. Завтра в 2 часа дня. Адрес я отправил. И еще. Я хочу максимальной огласки. Пока. Дорогие слушатели, а сейчас реклама. Эй! Вы что? Что это было? Это что, это чей-то розыгрыш, или как это понимать? Я тебе перезвоню. Где Пхильсон? Какая разница? Пресса вся уже на ушах стоит, а? Звонят, спрашивают, правда ли все так было. Говорят, мы все подстроили ради книги. Как только язык повернулся, ну? Ну так где Пхильсон? Наверху. Секунду. Ты, сюда. Это наша новая стажерка в отделе видеосъемки. Здравствуйте, я Джесси Джон. Здравствуй, очень приятно. Я всегда мечтала познакомиться с таким смелым журналистом. Да, я тоже ее уважаю. Ты так с рюкзаком и носишься? Рада знакомству. Удачи. Ты взял стажерку? О, ты в курсе. Уже видела. Опыта нет, ставка маленькая. К тому же она не местная. Ладно, ты пробил дело звонившего мне в эфир? Папка у тебя на столе. Это жертва? Его звали Ким Чон Гюн. 46 лет. Фармаколог в Сен-Иль. 4 года как разведен. В Сен-Иль? На теле найдены следы укусов. Фото преступника дальше. Вскрытие показало, что он 3 месяца как мертв. Что? Звонивший был прав. Убийца – мертвец. Личность есть? Полиция еще не установила. Придется покопаться. Странная татуировка. Думаешь, это стигмата? Да нет. Ну, ладно. Но очень похоже на сигилу. Спрошу у профессора Така. Я уже подключил профессора Така к делу. Здрасте. Дорогой, а ты чего здесь? У нас что, годовщина сегодня? Отличная шутка, дорогая. Сон-Джун, мои поздравления. Тебя же вроде повысили. Сможешь больше времени проводить дома с женой. Уже год как. Так, где вы взяли материалы засекреченного дела? Как это, засекреченного? Опять ты. Простите. Ты чего пришел? Не бери интервью. Почему это? Успех жены покоя не дает? Да брось. Это ее первый материал после основания нашей компании. Нам нужно будет продать все эти книги, чтобы покрыть аренду помещения. Дело непростое. Может быть опасным. Я знаю, что непростое. Допустим, звонивший убийца. Тогда чем это докажет? Где мотив? Улик ведь не хватает даже на ордер на его арест.
Давай выслушаем его до ареста. Ну, она права. Ладно. Послушаем, что он скажет. Но пусть неподалеку дежурит наряд. Хорошо? Хорошо. Эй! Джинхи, ты слышишь? Давай, давай, давай. О, конечно. Сделаю все, как ты скажешь. Ты не боишься? Не боюсь. С таким-то мужем. Пока. Куда книги-то? Внизу оставишь. Иди. Понял. Нужно установить личность трупа. Как можно быстрее. Погоди-ка. Друг работает в одном оккультном магазинчике. И вот посмотри, что он прислал. Это запись ритуала в доме с привидениями в Японии. Смотри на шамана. Соджин? Похоже, что это она. Она работала с японским шаманом, а потом исчезла. И если мы найдем Соджин, люди тебе поверят. И книги сразу раскупят. Будешь мне сестрой? Я колдунья. Колдунья? Он демон. Это борьба духов. Дай мне фото. Имя на китайском и его вещь. Я его закляну. Джу значит лить. Хван радость. Готова? Начинаем. Из-за того, что убила подонка. Ты хороший человек, сестра. Я не выпущу этого демона наружу. Соджин! Нет! Сестра! Джинхи, не забывай. В любой момент ты можешь прервать интервью. Как думаешь, он придет?
20 тысяч зрителей. Мы рискуем потерять рекламодателей. Спокойно. Он придет. Не паникуем, да? Он придет, ясно? Да? А? Эй, ты! Руки из карманов. Черные штаны. Мужчина средних лет. Полная готовность. Идет в переговорку. Похоже, это он. Чин Хи направился к тебе. Интервью? Тогда проходите. Вам прямо. Здравствуйте. Я Лим Джин Хи. Надену вам микрофон. Сколько ж можно там копаться? Я сама. О, простите. Ничего. С вами городской детектив Илим Джинхи. Наш гость утверждает, что именно он стоит за убийством, которое на днях совершил труп. Он согласился дать нам интервью. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Пак Ён Хо, это я. Имя настоящее? Или псевдоним? Номер соцстраховки. 77-03-03-10-32. Ну-ка. Так, приводов нет, но числится пропавшим. Я обладаю способностью управлять трупами. Я заставил труп совершить убийство позавчера вечером. Вы использовали труп как орудие убийства. Мне как-то слабо в это все верится. Скоро вы поверите мне. Что? Что ж, к этой теме мы обязательно вернемся позже. Сперва... Расскажите, для чего вы попросили нас об этом интервью? Предупредить, что совершу еще три убийства. Послезавтра, ровно в 2 часа дня, я убью директора Сыныль Ким Мин Сопа. Еще через 2 дня я убью... исполнительного директора Ли Сан Ина. Еще через 2 суток умрет глава их совета Пён Сын Иль. Предотвратить это просто. Главе совета нужно дать вам интервью и принести свои искренние извинения. Другой вариант неприемлем. Он должен извиниться лично. А вам нужно будет решить, насколько искренним было это извинение. Все. Интервью окончено. А теперь я уйду отсюда. Перекрыть все выходы! Бросайте нож! Прошу вас, опустите нож.
Это часть плана. Так, куда это ты пошла? Вести трансляцию. Эй, стой, стой! 80 тысяч. Не с места, Пак. Если вы меня убьете, кто возьмет интервью у главы? Лестница! Руки вверх! Бросьте нож! Скажите, почему именно я? Придется понять это самой. Чинхи! Так что? Глава совета уже знает об этом? Вы же знаете, он сейчас в загородном доме. У него диабет, не стоит его беспокоить. Ах, не стоит его беспокоить? А что же делать, Мион? Если псих не врет, я умру первым! Господин Ли, скажите что-нибудь, после меня ведь убьют вас! Да угомонитесь. Господин Ким, вы же знаете, компания в процессе подписания контракта со спецслужбами на $1 миллиард. Этот псих, этот Пак Ён Хо, работал у нас в лаборатории! Господин Ким, замолчите сейчас же! Акционеры с самого утра обрывают нам телефоны. Видео будет удалено из интернета. У вас, госпожа Пён, поразительная хватка. А ты хочешь беспокоить главу совета по какой-то мелочи? Совсем уже стыд потерял? Что?
Я в этом совете уже почти 30 лет! Ты как вообще себе позволяешь со мной так разговаривать? Прекращайте. Ну ладно. Дело ведет полиция. Мы обеспечим сохранность господина Кима. Так, на сегодня все. Да. Ничего. Расслабься. Госпожа Пён Ми-ён, я вас узнал. Вы ведь наследница компании Сын Иль. Кто-то так говорит при господине Ли. Вы видели стрим? Я слышал, Пак раньше работал здесь. Да, он раньше возглавлял проект. Я подняла его личное дело, он резко пропал. И вызвал массу проблем. Семья заявила о пропаже 2 месяца назад. Он работал допоздна, не пришел домой. Можно посмотреть камеры? Боюсь, это будет непросто. Это было в старом корпусе. Он уже закрыт. Скажите, как вы квалифицируете это дело? Убийство трупом? Это же бред какой-то. Правда. Ерунда. А мне вот что интересно. Почему Пак требует публичного извинения от главы? Ну... Наши аудиторы это выяснят. Я волнуюсь за отца. Но Ли Сан Ин и Ким Мин Соп как родные дяди мне. А, я покопался в материалах. Труп, управляемый колдуном. Мы называем это Чэ-Чхай. Кстати, забыл вам сказать. Меня повысили. Круто. К делу. Да. А, в древней книге сказок говорится, что ожившие трупы умеют говорить и думать, как люди. Во время царства Карё один министр... Вот он. Забавы ради покрасил руку в черный цвет и начал ходить и распевать. «Я здесь! Я здесь!» Это он притворялся ожившим. Точно. У Пака и трупа с первого убийства руки... Черные. Исходя из этих улик, можно сделать вывод, что трупами управлял некий колдун. Значит, за этими Чэ-Чхаи... Кто-то все же стоит? Да. Я почитал. Такие рисунки используют в одном месте. В Индонезии. Почему вы так уверены? Это на индонезийском. Простите, я все перевел. На первом трупе... Проявился знак, который означает «вот, первая месть». А на теле Пака вчера проявился символ, означающий «привлечь внимание». Как-то так. Но кто это делает? Докун. Индонезийский шаман, практикующий темную магию. Недавно один индонезийский политик нанял Докуна, чтобы тот наложил проклятие на соперника. Вышел громкий скандал, и даже в газетах писали. А, секунда. Докун, значит... Докун может по-разному рулить трупом. Скажем, взять землю с места смерти, свою кровь перемешать, и выйдет... Глиняная кукла. И вот ее... Ее можно проклясть. Лицо Пака крошилось, как будто оно было из глины. Mm-hmm. Точно.
Чтобы начать управлять ожившим мертвецом, он должен сделать подношение духу. Дар по центру, а тут по кругу. Кукла, волос или ноготь трупа, которым он хочет управлять. Вот так. И в конце он пишет для трупа разные команды. Своего рода контракт. Да, и в нем есть все команды. Если Дукун и правда замешан, завтра он может снова убить. О, я выяснил личность первого. Ну и? Кто он? Некто Хван Джинкук. Пропал без вести 5 лет назад. Он продал личные данные мошенникам. Те открывали на бездомных левые счета. Их главарь сейчас в тюрьме за организацию подпольного игорного клуба. Навести его в тюрьме. Завтра мне все расскажешь. Ладно, доброй ночи. Пока. Джесси, ты еще здесь? Готовила на завтра нужное оборудование. Ясно. Ах да, ты молодец. Пошла за Паком и снимала все происходящее до последней минуты. Спасибо вам. Как вы думаете, этот колдун — это Соджин? Из моей книги. Учан сказал, что нужно найти колдуна, чтобы очистить ваше имя и продать все книги. Ну, не совсем так. А как? Как сказать? Для Соджин я как сестра. И книгой я хотела сказать, что она может вернуться. Джесси, у тебя есть семья? Папа и 2 брата. Но папе на нас совсем наплевать. Он всегда думал только о себе. И когда мама умерла. Что-то занесло. У вас наверняка куча своих дел. Нет, мы теперь одна команда. Давай поболтаем, когда дело закроем. Да. Иди домой. Тебе дали 4 года за организацию подпольного казино. Многовато, да? Кто ты, говоришь? Стал сыщиком после 20 лет в полиции. И у меня там осталось много знакомых. Могу замолвить словечко и помочь немного скостить срок. Ну, если хочешь. И что делать? Слышал про дело сын Иль. Про него по всем каналам трубят. Первый убийца оказался странным. 3 месяца как труп. Но вот пока он был жив, он успел продать свои личные данные тебе.
Вот как? Ну и что? Что ты сделал по приказу Сен-Иль? Время объявленного убийства приближается. Обстановка в Сен-Иль накалена. Полиция действует как при угрозе теракта. В округе расположились два отряда спецназа. Они ждут команды на штурм здания. И буквально через несколько... Стоп, сейчас вернусь. Извини, подожди. Сейчас. Джинхи! Как дела? Я соскучился. Давай, подкинь мне что-нибудь эдакое для эфира, пожалуйста. Ничего не знаю. Ну, ушла ты с канала, но мосты-то жечь зачем? Это же раньше мы были конкуренты, а... Нет, это мы были конкурентки. Скажи, ты правда не знаешь, типа, из своего интервью? Ну, подкинь хоть что-нибудь. Фу! Идите отсюда! Чего? Налетели тут. Ты посмотри, за спиной Хайли теперь информацию выклянчивают. Сам знаешь, работа такая. Да. Странности были? Нет. И вообще, что может случиться, когда тут такое количество полицейских и техники? Ну, посмотрим. Где Джесси? Да пошла нам кофе покупать. Ее только за смертью посылать. А? Такая рассеянная, жесть. Ты когда-то и похуже был. Да ладно, ну когда это было? Будь добрее, она старается. Есть. Вы тоже здесь? Решил заскочить по пути. Помочь вам. Успокоить господ. Угощайтесь кофе. Не бойтесь. Полиция сделает все для вашей защиты. Спасибо. Ты тоже видел монстра? Он выглядел совсем как человек. Как полиция его остановит? Не переживай. Там отряд спецназа. Точно. Я приказал им выложиться на 100%. С полгода назад Сен-Иль собирали группу для тестирования. Платили 30% комиссии. По какой-то причине им нужны были только сироты или бездомные люди. Когда они все закончились, для их тестов мы стали искать нелегальных мигрантов. Нелегалов? Стоять! Посторонним вход воспрещен! Стойте! Вам туда нельзя! Общая тревога! Общая тревога! Общая тревога! Знаю одно. За пару месяцев они все умерли. Скольких ты привел? Так. Сколько же... Десять раз по 10 человек. Сотни. Сотни.
Чан! Что? Что меня? Что? Снимаем, камеру. Снимаем! Быстро камеру сюда! Встать в защиту! Быстро! Блокируйте ее! Быстро туда! Нам нужно успеть уйти раньше них. Пойдем, Минсок, давай. Вырубите свет. Веди к машинам. Запускаем лифт, но поторопитесь. Oh.
Они здесь! Едем в участок. Здрасте. О! Что? О-о-о! Вы что, охренели? Ублюдки! Ублюдки! Мои дети и жена. Они за границей. Я так соскучился. Уже 170 тысяч зрителей. Вот они. Снимай такси. Понял. Налево!
Спасите! Отпустите! Помогите! Сон-Джун! 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 Очнись! Скорую! Врача! Явилась. Простите меня. Где ты была? Почему не отвечала, а? Я вообще-то за тебя очень сильно волновался. Знаешь, что там было? Ладно, забей. Токсин распространяется по организму очень быстро. Они уже в критическом состоянии. Увы, все наши попытки как-то его замедлить провалились. Но мы будем бороться. Что стоишь? Садись. Это прислали из Африки в благодарность за вакцины. Пён Сын-Иль. Директор Ким мёртв. Знаю. Смотрел новости. Он умер от того же, что и фармаколог. Ничего. Можешь говорить. Сын-Иль, оба умерли от токсина моллюсков. Это явно связано с тестами. Выбора не было. Извинитесь. Перед кем? Перед теми, кто принимал участие в испытаниях. Все умерли. Мне трупом кланяться. Вы хоть думали извиняться? Да. Будь это личное, я бы извинился. Но я глава совета. И это дело компании. Сын-Иль! Я обсужу. Смеян. Что? Вы ждете...
мнение своей дочери? Санэйн, наше время вышло. Она новый лидер компании. Мне пора идти. Санэйн. Санэйн. Дядя, уже уходишь? Мне не нравится твой вид, дядя. Зря ты сидел там с Минсопом. Возьми зонт, там дождь. Тесты были твоей идеей. Но все одобрили. И отец, и весь совет. Мы делали лекарства, чтобы спасать людям жизни. А ты надавила на нас ради денег. Совесть не мучает? Пойми, дядя, все ради компании. Ты всю жизнь ей отдал, так иди до конца. Мы с твоим отцом не об этом мечтали. Совершенно. Мечтали о моей компании? Что? Теперь понятно, почему. Этот урод считает нас тряпками. Старыми и вонючими. Значит, ты возглавишь Сын-Иль. Ладно. Слушай, пока мы с отделом планирования... Которые напали на Сын-Иль, были неуклюжи. Возможно, большим количеством одновременно сложно управлять. Кстати, насчет отметки... На запястье. Одному отстрелили руку. И он не смог больше двигаться. Видимо, отметка связывает их с Дукуном. Профессор... Что вы думаете о ребятах, которые находятся сейчас в больнице? Там дело не столько в токсине, сколько в самом проклятии. И что с ним делать? Тот, кто его наложил, должен... Снять его. Тот, кто его наложил, должен умереть. Ну, или так. Спасибо. Если что, мы вам еще позвоним. Да без проблем. Удачи вам. Так, что мы имеем? Сын-Иль были нужны 100 бездомных подопытных. Чтобы их никто не искал. Бездомных оказалось недостаточно. И они взяли мигрантов. Это да. И среди них также были индонезийцы. Да. Все участники умерли от побочных эффектов. Избавиться от сотни тел должен был, конечно же, Пак Ён Хо. Он умер за 2 месяца до интервью. Вот что на этот счет рассказал мне Хён. Так вот, они все умерли, а где-то через месяц ко мне заявился мужик из Юго-Восточной Азии. Откуда? Он сказал, что кто-то из его родственников пошел в Сын-Иль ради денег, но пропал там. И кто это был? Не знаю. Я просто дал ему номер телефона. Ён-Хо? Угу, именно. Я сказал ему, чтобы тот позвонил Пак Ён-Хо. А можешь описать, как он выглядел? А, одет был как фрик. Странный какой-то. Дукун.
А потом Пак испарился, и вместе с ним исчезли и 100 тел. Дукун сперва убивает Пака, воскрешает и использует его, чтобы перенести тела. А можно ли как-нибудь определить этого Дукуна? Нужно посмотреть список испытуемых, чтобы вычислить его родственника. Только вот где его взять? Готовь камеру к интервью. Что? К интервью? Городской детектив. Голос слабых. Изначально проект разрабатывался для спецслужб как химическое оружие на основе токсина моллюсков. Ясно. А испытывали его на бездомных и нелегалах, верно? Чтобы избежать лишних проблем. Потому что у них нет ни денег, ни власти. И только. Я права? Пожалуй, да. Убийца четко метит в тех, кто дал добро на испытание этого препарата. Среди испытуемых был кто-то из Индонезии? Подробностей я не знаю, но в тех материалах, что я принес, есть все их заявления. Интервью будет использовано как улика. Вы знали, что это незаконно. С самого начала. Вы все знали. Побочные эффекты есть у всех препаратов. Жизни нескольких иногда спасает жизни многих. А эти ваши испытания? Убить сотню, чтобы потом убивать сотни тысяч? Я извинился и заплачу за свою ошибку сполна. А глава совета? А как же его извинения? Наш глава? Этого вы не дождетесь. Такой уж он, да. Ваша компания убила столько невинных, а сколько полицейских пострадали, защищая ваши жизни. Я слышал про вашего супруга. Мне жаль. Список участников есть, но данных мало. Так мы никого не найдем. Сравню с базой въехавших в страну. Где он может прятаться? В любом случае, он рядом с трупами. Может взять землю с места смерти, свою кровь с места смерти. Место смерти. Чтобы трупы снова ожили, нужно взять почву с места их смерти, правильно? А, да, точно. Подопытные умерли в лаборатории. Во временной лаборатории в старом здании. Это не она тут? Старый корпус. Адрес есть. Значит, Дукун должен быть там. Я поеду с вами. А я попробую вычислить родственников Дукуна. Я с вами, Джинхи. Скину профессору адрес. Йонхи, поезжай вместе с Пхильсоном. Ладно. Только надо поспешить. Да. Вперед. Thank you.
все это? Так, вот она. Сворачиваю. Хорошо. Вы как? Что это? Джинхи, давайте лучше спросим профессора Така. Ah!
за мной. Инспектор! Джинхи. С возвращением. Соджин. С возвращением. Я странствовала по миру, чтобы убить в себе злой дух. Полгода была в Японии. Потом дошла до храма в Китае. Я не смогла унять в себе злой дух, но многое узнала про свое тело и темные чары.
хотела жить там, вдали от людей, как можно дольше. Но тут я увидела твой сон и поняла, что ты в опасности. Суджин. Больше не уходи. Не надо. Джинхи, ночью Ли Санын покончил с собой. Что? Да, слушаю. Да, да. Не мог дома сдохнуть. Да, алло, папа? Да, Учен. Привет, позвонили из Сен-Иль. Глава совета хочет извиниться в интервью с тобой. Чего? Может, он испугался, что следующий на очереди? Учен. Сейчас же езжай в офис, сын Иль. Я скоро буду. Давай. Покажите все профессору, когда он приедет. Ладно. Суджин, поехали. Нет, я останусь и осмотрюсь. Поищу Дукуна. Он еще здесь. Суджин, но... Нет, нужно его найти, чтобы спасти Сон Джуна. Хорошо. Только будь осторожна, ладно? Удачи. Мы хоть что-нибудь сможем найти в этой куче документов? Что будет с Сон Джуном? Знаешь, какой у меня девиз? Бог... Бог защищает праведных. Угадал? Вы вечно это повторяете. Ты знаешь хоть кого-то праведнее его? Бог его сохранит. Да. Она уже здесь. Прошу вас. А, так это вы? Вы прямо купаетесь во внимании. Столько славы. Все, мы готовы начинать. Прошу прощения. Я гнал как мог, но все равно застрял. Нечасто ученому выпадает шанс встретить такого сильного Дукуна. Я прям переживаю. Ну, да. Прошу, взгляните сюда. Ох ты. Узор непростой. Совсем не такой, как на оберегах от злых духов. Это тайник. Тайник? Он скрывает то, что у него там внутри. Я как-то использовала такой же. О, вижу. Надпись гласит «Не видно». Если убрать тидок из тидок ада, получится... Нет! Осталось ада! Это значит «видно». Граждане, я 30 лет ставил
во главу угла здоровье нации. Увы, последние события подорвали доверие к нам. Прошу прощения. Мы постараемся стать более ответственной компанией. Спасибо. Убийца не просил извиняться перед всем народом. Правда? Перед кем тогда? Перед кем? Да перед жертвами. Ваша компания убила 100 человек в рамках незаконных тестов. Это факт. Извинитесь перед жертвами и их семьями. Повторюсь, я ничего об этом не знаю. Но раз он хочет извинений... Извиниться? Извините. Все участники тестов, простите. Это моя вина. За то, что после смерти вам нет покоя, простите. Ну что, хватит? Нет. Я не пущу в эфир эту неискренность. Кто ты такая, чтобы судить? А ну выкладывай живо. Не буду. Если не извинитесь, проклятие не снимется. Чего-чего? Проклятие? А, так это ты всю кашу заварила. Считайте квит. Что? Проклятие убьет и вашего отца тоже. Пошли отсюда. Мион, хватит. Все. А это что? Похоже на морг какой-то. Парни, смотрите под ноги. Джинхи. По-вашему, он искренне сожалеет? Май.
Моя дочь делала все, чтобы помочь семье. Я был никчемным отцом, а она бралась за любую работу. А вы все... даже не можете покаяться! Кабинет Ли, нет? Папа, быстрее! Неправильно как-то. Живо! Хватайте! Есть! Вперед!
меня, пожалуйста. Прости. Не убивай меня. Отец, ты в порядке? Где ты была? Ли передал все документы полиции. Чтобы компания выжила, причастных нужно убрать. Вы так долго трудились, поднимали компанию. Вашему поколению пора уступить дорогу нам. Спасибо за все, папа. Забери с собой мои грехи. Это здесь. Джинхи, ты как? Папа! Хватит притворяться, госпожа Пён. Злой гений признался. Все это...
записывалась. Нет, в записи можно подделать. Суд это точно не примет. Думаете, меня так просто напугать? Что она сделала с отцом? Попросила забрать свои грехи с собой на тот свет? Охренеть. Комментарии. Похоже, это был стрим. Справедливость восстановлена. Наша работа сделана. Суджин, пойдем. Ты ни в чем не виновата. Так тоже считает, что Дукун все равно принес бы себя в жертву. Я знаю. Мне показалось, что последней жертвой был не глава, а сам Дукун. Когда я его коснулась. Дочка! Папа! Мои бусики из ракушек маме очень понравились. Она смеялась. Сказал, чтобы я не держала, как он, зло в сердце. Не то потеряю всех любимых. Наследница сын Иль Пён Мион была признана невиновной
За нехваткой улик. И что? Ключи отдала? Ты что, не смогла извиниться и предстать перед честным судом? С чего бы? И что ты сделаешь? Предмет. Фото. И имя. На китайском. По правде, мы сами так не хотим. Армия мертвых в Пусане. На русский язык фильм дублирован студией «Мой голос» по заказу компании «Кинологистика». Роли озвучивали Ирина Чумантьева, Александр Васильев, Екатерина Ландо, Александр Аравушкин, Юлия Рудина, Юрий Романов, Валерий Смекалов, Олег Федоров, Александр Койгеров и другие. Звукорежиссер Андрей Харитонов. Студия «Мой голос». Наш голос, ваш голос. 2023 год. А чего так мало? Мало? Да? Работать надо, а не чушь весь день нести. На выход. Эй, так же нельзя! На выход! За что? За что? Наряд на работу. Имя Чхон Джубон. Давайте вы прокляты!
хозяин. Хозяин!